Владимир Байков, Яков Кацнельсон. Муромская публика будет рукоплескать настоящим мастерам искусства, музыкантам с мировым именем. Сочетание этих имен на афишах – всегда незабываемый праздник для поклонников классической музыки. Совместные программы Владимира Байкова, певца, обладающего красивейшим голосом, бас-баритон, высочайшей исполнительской культурой, и Якова Кацнельсона, блистательного пианиста, виртуоза, отличаются особой духовной насыщенностью, безупречностью звучания. В столицах европейских государств их имена давно известны. Теперь они выступят в Мурме 24 марта в 18:30 в ДК имени Тысячи столетий города. Выстраивается очередь для того, чтобы приобрести билеты на концерт этих музыкантов. Они оба, и Владимир Байков, бас-баритон, солист новой оперы в настоящее время, и солист Московской филармонии Яков Кацнельсон, пианист, получили превосходное образование. Причем один из них сначала получил техническое образование в МГУ, вплоть до аспирантуры, и только потом стал певцом. И певцом такой глубины, такой мощи, таких знаний, что он просто нарасхват. Владимир Байков на своей странице в Фейсбуке пишет, что скоро прервет работу в Германии для того, чтобы приехать в Россию и спеть важные для себя концерты. Один в Твери, где он будет петь Баха, а другой в Муромской филармонии.